Вот что-то недобрано, может быть, в детстве, я не знаю. Всегда себе делала домики под столом. Накрывала стол себе. Вот такой малюпусенький, совсем крошечный домичек кто-то построил. А, и ведь там действительно можно жить. Вот с таким заборчиком. Сейчас я покажу. И там прямо как бы настоящий, вот написано, Demonstration Garden, демонстрационный сад. Не сад, а огород. Ну, это можно назвать и садом, потому что здесь есть и цветы. Вместе с цветами здесь есть и... Hello! Good, thank you. Ой, какая красота! И вот сегодня 5 ноября, вот оно как все цветет. У меня тоже розы как поздурели, у меня все розы цветут, у меня куча, дома у меня куча этих, как они называются, бутонов. И вот они, вот eggplants, это синенькие, это цветная капуста, это перчик, это брокколи, это капуста. Ну, короче говоря, что читать, все это видно. И вон апельсины висят. Вот такой вот маленький. Вот чей-то домик такой симпатичный на озере прямо. Ой, какая красота вообще. Ой, какая сказочка, какое чудушка. А вот это что такое цвет? Что это за растение? Такого никогда не видела. Ага, там даже что-то внутри есть. Не знаю, что это такое. Но тоже что-то, видимо, связано с садом-огородом. Видимо, плодоносит, но я не знаю, что это, честно. И вот такой вот крошечный домичек здесь с заборчиком. Такое все хорошенько. Надо мужа попросить, чтобы он мне дома вот в центре дворика такой маленький домик построил, огородил. Вот так и сделать вот такой вот маленький огородик, садик. Ой, как здорово! Настоящий домичек. И вот люди... Всем нравятся большие дома, а мне нравятся малюпусенькие вот такие. Но оно такое уютненькое. Все-таки детство осталось что-то. В детстве что-то с детства пришло не растраченное. Ой, какой цветок красивый. Это что ж такое белое? Это кто ж такой красавец? Это кто ж такой красивый? Орегано. Это вот все травки, которые бросают в этот... блюдо, когда вот это тоже не знаю, что это такое. Что-то очень интересное. Вот куча цветов. Да, на всякий случай, 5 ноября сегодня. Так, апельсины кто-то нарвал и бросил, чтобы они сгнили. Ну вот и все. До свидания, мой маленький домичек красивенький такой. Все. С одного фестиваля пошла на другой фестиваль. Фестиваль Фиеста на Лейк Иола сегодня. Всем пока. Hi. How are you doing? Wonderful. Thank you. And you?